Ну что же, приступим к главному. И снова здравствуйте. Я решил разгрести свои завалы коробочек немножко и что-нибудь пооткрывать. Это не новая посылка. Но тут, если фокус поймается, видно число, когда ее отправили. То есть вы понимаете, да, сколько она лежала. И только сейчас до нее дошли руки. Я сам не помню, что там, но вы уже будете видеть видео с названием. Поэтому вам не так интересно, как мне. О! Еще даже листочек старый с благодарностью, а не открытка. Амиковская бумажка от времени не поменялась. И там у нас Сейбер в платье. Уже, наверное, с 2013 года все не раз это видели. В обзорах и в этих, а для меня вот такая вот новиночка. Альтеры, конечно, молодцы. Коробочка, правда, немножко помялась, но это вряд ли от того, что она долго лежала. Скорее всего, еще на почте. Но фигурка, как я вижу, без потеков. Хотя меня пугали, что если долго лежит, там могло уже все потечь, вся фигня. Но нет. Все хорошо. Ну все, спасибо за просмотр. Бывайте.